Всем привет, вы на канале R и на связи автор. Сегодня мы с Ники будем отвечать на вопросы. И спасибо тем, кто написал мне вопросы. И первый вопрос у нас будет к Нике. Ники, расскажи о себе. Как ты думаешь, какие в тебе есть достоинства и недостатки? Рассказать что-то о себе? Я только могу сказать, что я достаточно загадочная личность. А достоинства и недостатки... Ну, недостатки — это из-за того, что я слишком веселая и так далее. А о достоинствах я не знаю. Да, и думать не хочется. Теперь переходим к вопросам к автору, точнее ко мне. Сколько ты хочешь подписчиков? Сейчас я хочу добить 50 подписчиков. А там как бог судит. Какой, можно сказать, какая твоя любимая игра? Я уже говорила в одном из видео, что я люблю Undertale. Следующие вопросы от DogHai. Итак, первый вопрос. Сколько лет рисовала? Если ты говоришь о рисовке, то где-то с 2017-го. Сколько существует твой канал? Этот канал существует один год, точнее, уже, ну да, как бы один год. А старый... 4 года. Это получается, что мои вот эти вот два канала, они существуют уже как 5 лет. Знаешь 13 карт? Да, знаю. Читаешь фанфики? Нет, не читаю и не пишу их. Есть брат или сестра? Ну да, у нее брат есть. Какое любимое время года? Ну, можно сказать, зима. Занимаешься спортом? Нет, не занимаюсь и не хочу. Любимый цвет? У меня цвет любимый – это голубой. Есть домашнее животное? Да, кошка и попугай. Каких фэндомов состоишь? Ну, Undertale, FNAF, Baldi, Чернильная машина. Ну, можно так сказать, и так далее. И да, я знаю, что этот красный, я его тоже. Когда день рождения? 26 июня. Смотришь я его? Да, иногда могу. Много друзей? Ну, достаточно. У тебя город, поселок, деревня? Поселок. Есть еще каналы? Был. Имеешь чувство юмора? Нету. Ну что ж, на этом моменте все вопросы заканчиваются. Всем удачи и всем до встречи.